Вот, если 10 из 10 раз стрелять вдаль с эмки, с цевьем, то, ну, типа 9 из 10 раз я могу нормально заспреить. Если с берила то же самое производить, то я смогу заспреить нормально только 6 из 10 раз. Ну, может быть, 7 из 10 раз. То есть... Бля, ее колдоебит просто как ненормальную, и она очень получается из-за этого непредсказуемая. Блин, что тут? Нифига здесь трупов оказывается. Поменять не смог ник Макота, создал новый аккаунт. Ну, красавчик. Красавчик. Anyway. Как считаю. Он выстрелил, бля. Там выстрелы, ребят, меня зовут туда. Меня джунгли зовут! Джунгли зовут! Вечером в среду, после обеда. Как там слова, я дальше не помню. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Так, тут тот стрелял, тот должен был быть тут. Крови. О, крови. Крови. Макиш, я выйду замуж за тебя. Зачем? Не надо. Спасибо. Оставь себе. Оставь себя себе. Спасибо, не надо. Всем здравствуйте, кто подошел. Если была возможность выбрать команду, с которой бы ты играл, какую бы команду ты выиграл? Ответ никакой не принимается. Я бы выбрал команду мечты. Я бы выбрал тогда команду мечты. Хм.
Ну нет, так отвечать нельзя. И по правилам. Так тоже не принимается. Команда мечты — это Макатау, Макатау, Макатау и Капитан Макатау? Нет, 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 нет. Не, я же, например, знаю, что у меня хуёвенький капитан. Чтобы. Фига, я в него попал сейчас кто-то. О, сука, он добил моего. Ты гусь. Блин, он добил моего чувака. Где этот... Видит негодяй. Ты, блядь, его ебашил, чтобы его потом лутать, а? Ты заслужил это? Обалдеть. Там меши, блядь. Макс, согласись, разумнее вначале брать юмп, нет? Тем же успехом можно сказать: Макс, согласись, разумнее вначале брать, типа... Как она называется, это на ЦПшках? Вектор? Макс, согласись, вначале разумнее брать дробовик. Ведь файты идут на коротких дистанциях. Чё ты взял, что файты идут на коротких дистанциях? Ты падаешь в буткемп, и у тебя через весь буткемп идет файт. Не. Не соглашусь. Все, приехал, друг. Конечная. Выходим.
Фига тут могильник. Мак, есть еще интересная история для тебя и меня, очень прибыльная. Зачем все отписать в ЛС? Пиши. Так. Моя чуечка подсказывает мне, что тут я не один. То есть кипа мальчик стреляет. Или чуть-чуть за кипом. Мне повезло, что никого сзади не было. Сейчас собака мне в ебак залупил.
Блять, ты серьезно, сука? Да что такое? Что это за хуйня? У него что, блять, сквозь голову пули проходят? Что за ебань? Ты задолбал меня вообще. Где каска, блять? Я что, ему каску что ли сбил? Это Тантум Верде Форте, убивает у микроба в горле. И если ты в теме, помни, это Тантум. И он, сука, прячется. Рядом граната взрывались, поэтому он не слышал. Не слышал, что я подхожу, потому что когда рядом взрывается граната, у тебя типа идет этот эффект оглушения. Приветствую. Еще после ранения, плюс он не слышит.
То есть либо он на чеку, и я выхожу в него, и он без хп немножечко, либо он вот вообще начинает хилиться и даже не понимает, что к нему подходит.